Как отмечают в Управлении по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями, благодаря комплексу совместных профилактических мероприятий в Анапе значительно снизился уровень преступлений в общественных местах. При участии народных дружин только за 10 месяцев текущего года было сформировано 707 рейдовых групп, которые посетили на дому 1099 подростков, состоящих на профилактическом учете, и выявили 115 несовершеннолетних в вечернее время. По результатам уходящего года подведены итоги смотра конкурса народных дружин Анапы. Дипломами и денежными премиями награждены за третье место ЗАО «Зеленстрой», за второе место отделение ДСА в России. Лучше признана народная дружина Анапского городского казачьего общества, которой также вручили переходящий символ. Самых активных дружинников наградили денежными премиями и благодарностями главы города-курорта. То, что вы делаете, а делаете вы не за благодарности, в принципе, не за премии денежные, потому что они незначительны по сравнению с той работой, которую вы осуществляете, это сложно оценить деньги. Самое главное благодарность, это наша благодарность и благодарность наших жителей за то, что благодаря вам не допущены серьезные какие-то общественные резонансные правонарушения. То есть благодаря вашей работе наши отдыхающие жители города могут чувствовать себя в безопасности.